Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему, почему не видно расширение того или другого файла. Как добавить расширение к файлу или изображению, чтобы его было видно при открытии через проводник. Сейчас давайте посмотрим. Открываю проводник. Если я навел курсор мышки, то мы видим, что это расширение принадлежит PNG. Но если мне необходимо переименовать, чтобы это расширение из PNG было JPG, примерно, или JPEG, или другого формата, переименовать, расширение не видно. И в таком случае изменить расширение мы не сможем ни на изображении, ни в текстовом редакторе. Но чтобы было удобно работать с картинками или, так сказать, с изображениями или другими файлами, для этого необходимо добавить видимость расширения. В проводнике вверху нажимаем на сервис. Если у кого нет такой строки меню в проводнике, то можно добавить, просмотрев видео на моем канале. Ссылка будет дана вверху. Нажимаем сервис. Это на семерке, а если восьмерка или десятка, то вид. И потом выбираем параметры папок. А в семерке сразу сервис, параметры папок, еще раз вид нажимаем и опускаемся ниже. И здесь снимаем галочку «Скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов». Сняли, применить, окей. Теперь мы видим, что на каждом изображении отображается вид расширения. И на текстовом редакторе мы видим, какое расширение имеет тот или другой файл. Теперь можно спокойно переименовать. Вот фото PNG, переименовываем его. Другое расширение, JPG примерно. И нажимаем Enter. Да. Вот это изображение теперь имеет другое расширение, что удобно работать с любыми изображениями или файлами. Для удобства работы с файлами и изображениями каждый сможет проделать такую небольшую работу, чтобы было видно, какому расширению оно принадлежит. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.